мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». И, как всегда, по пятницам с вами в студии Андрей Остров и Игорь Пох. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить опять о том, что актуально, разбираться в деталях. В частности, мы сегодня поговорим про пресловутые придомовые тарифы, обсуждение которых вызвало жаркие баталии в сессионном зале городского совета. И сегодня мы пригласили в гости депутата городского совета Анатолия Петрова. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. И вот расскажите, что там, что вообще происходит, что это за тарифы и что там за баталии развились, в вашей сессионном зале, и к чему это ведет, какое настроение депутатов и вообще, что мы обсуждаем. Потому что очень многие политики у нас любят, говорить громкие слова, не объясняя, что за ними скрывается. Давайте вот мы сегодня это все дело раскроем для наших зрителей и, собственно, проясним позицию конкретно вашей фракции и вашей партии, и плюс вашу личную. Прежде всего, пользуясь ситуацией, я бы хотел поздравить всех жителей города Николаева, в частности Корабельного района, я как депутат Корабельного района, пожелать всем с Рождеством Христовым, с Новым годом, здоровья, чтобы в этом году все себя чувствовали хорошо и чтобы благосостояние людей улучшилось в этом году. Вот. А что касается тарифов, хочу сказать, конечно, это очень болезненный вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги, потому что для каждого горожанина это является болезненным. Потому что люди, на мой взгляд, еще не готовы к повышению тарифов на коммунальные услуги. Поэтому вопрос, конечно, сложный. Ну, давайте мы все хотим, конечно, жить нормально в европейских условиях. Естественно, надо выполнять реформы, проводить реформы. Второй вопрос, как они проводятся, это уже, на мой взгляд, должны мы сами и депутаты, и власти городские должны внимательно относиться к этим вопросам. Мы, во-первых, определимся. Мы говорим сейчас о тарифах, так называемых коммунальных, за содержание дома, правильно? Сейчас о них речь идет. И за содержание дома, и о тарифах на коммунальные услуги, на воду, на газ, на электроэнергию. В данном случае, насколько я знаю, обсуждается именно вот эта тема подоходных тарифов. Насколько я знаю, тарифная сетка сейчас действует единая для всех жителей, и она была утверждена в 2009 году последний раз. Да. То есть с этого момента инфляция наша, как правильно сказать, обесценивание гривны значительно произошло, и цены выросли значительно, и, собственно говоря, период наступил. В чем же там загвоздка? Почему такое яркое сопротивление встретил этот вопрос? И вот как мнение вашего, как депутата, как это должно было быть, или как это может быть, или вот ваше видение? Или надо оставить все-таки эти вот 2009 года тарифы и, собственно говоря, просто за них ничего не делать, либо просто платить, лишь бы платить? Вот тут, понимаете, какая-то вилка такая образовалась. Вот ваше мнение. Я прошу прощения, я еще просто добавлю к Андрею словам, да, вообще, то есть мы обсуждаем подомовые тарифы, они называются подомовые, не придомовые, да, подомовые, подомовые, да? То есть, что из себя представляет подомовой тариф? Это каждый дом, вот у нас в Николаеве 3300 жилых домов, из них порядка 30% из этого количества домов ОСМД, то есть их вот эти подомовые тарифы уже не касаются, они сами себе тариф устанавливают. А те дома, которые еще относятся к коммунальной собственности, вот для них разрабатывались эти подомовые тарифы с помощью специальной компьютерной программы. Так вот, что интересно, что в 2011 году вышло постановление Кабинета министров Украины, которым регламентировалось установление вот таких подомовых тарифов, но не обязывалось. Угу. Поэтому с 2011 года, в частности, в Николаеве, я не знаю, так насчет других городов, областных центров, райцентров и так далее, в частности, в Николаеве, все это дело спускалось на тормозах ввиду, как всегда, неких политических нецелесообразных шагов.
Ну, в результате в октябре, 21-го, если я не ошибаюсь, октября 2016 года, то есть буквально вот недавно, на сайте городского совета появилась информация о введении с 1 февраля 2017 года этих подомовых тарифов. И плюс выложили полностью всю тарифную сетку по каждому дому в Николаеве. То есть все это можно было наблюдать с конца октября. Никакой реакции практически на это не было. Ни средств массовой информации, ни депутатского корпуса. Ну, я имею в виду шумной, да, реакции. И вдруг, вот буквально там на прошлой неделе, одна из фракций изъявила желание вдруг разобраться, а что это за тарифы такие. Оппозиционный блок. Оппозиционный блок решил разобраться. Да, разобраться с тарифами, что это такое, почему эти тарифы поднимают практически в два раза. Вот, это неподъемная вещь, а вдруг там кроется что-то такое, чего мы не знаем, давайте разберемся. Но в принципе ничего плохого нет. Надо разобраться, пожалуйста. И в этот понедельник собирается исполком и раз, и утверждает эти тарифы. И поднимается еще больше сумм. Вот, пожалуйста, теперь можете комментируйте. Дело в том, что на сессии горсовета мэр города сказал о том, чтобы инициировал вопрос о создании группы депутатской по изучению этого вопроса. Питания, да. На мой взгляд, в принципе, этот вопрос должен был решаться немножко не так. Почему? Потому что, на мой взгляд, напрямую мы зависели, реформа ЖКХ зависит, в принципе, и от этих тарифов. Необходимо, на мой взгляд, было решить вопрос, допустим, какого-то проекта, допустим, взять несколько домов и провести обследование, потому что дома различные, и где-то проведен капитальный ремонт, где-то не проведен, годами, десятками лет не проводился капитальный ремонт. Ну, вообще разные постройки, да? Разные постройки. Годов постройки. Конечно, дома. Разные годов типов, да. Постройки. Где-то есть нормальное отопление системы трубопроводов, где-то они просто на улице находятся без соответствующего утепления. Вот. Поэтому люди волнуются и переживают за повышение, потому что если бы это было проведено на типовых каких-то домах, допустим, 9-этажный дом, 5-этажный дом, там, двухэтажки. Ну, вы имеете в виду такая прозрачная система калькуляции начисления, да. И можно было бы и пригласить после этого и на ваш эфир уже представителей и ОСМД, и управляющих компаний, которые создались, и которые бы привели пример и сказали горожанам, что это вот так необходимо проводить. Может быть, надо было бы, прежде чем увеличивать тарифы, необходимо было бы, наверное, и четко разобраться в состоянии придомовой территории и дома вот, самого. Потому что на сегодняшний день лестничные марши, которые есть, они, может быть, все эти жители вот на моем округе жалуются, потому что не держат тепло окна, которые находятся на лестничных маршах. Вот. Это идет уже потеря тепла. Ну, подождите. Вот давайте, раз мы уже затронули эту тему, давайте пару минут на тему энергоэффективности, любимую тему. Да? Да, мы ее много раз обсуждали и на этих эфирах, и на радиоэфирах, и в других программах. То есть эта тема на самом деле широко обсуждалась, и тарифы в том числе, и, ну, кроме подомовых, ну, то есть на содержание дома. Понимаете, какая штука? Вот смотрите, вы же прекрасно понимаете, что у вас, ну, например, на округе многоэтажный дом, в котором, например, 100%, ну, например, 100% приватизированных квартир в многоэтажном доме, да? То есть дом частный, даже земля условно городская под этим домом, условно. Да? Но в принципе весь дом уже принадлежит жильцам. Да. Даже если это не ОСМД, а ЖЭК его обслуживает, то это только обслуживание. Я к чему говорю? Если 100% приватизированного жилья в доме, то вся территория вокруг квартир и рядом с квартирами, она тоже на правах общей собственности принадлежит каждому жильцу.
Вот ну, какая есть, штука. Есть нюансы, но... нюансы да. незначительные. И когда люди начинают говорить, ну, возмущаться, вот смотрите, у нас окно разбито, а смотрите, у нас там крыша течет, а смотрите, у нас то, и им предлагается. То есть, ну, хорошо, люди, дорогие наши, у нас всех есть выбор, особенно сейчас, либо оставаться при ЖЭКе, либо переходить, создавать ОСМД, да, и самим решать вообще, либо управляющую компанию себе выбрать, либо крайний случай, это когда никто ничего не хочет делать, тогда вам эту управляющую компанию назначит городская власть. И тогда, извините, не жалуйтесь, когда у вас тариф будет не такой, как сейчас, предполагается там, ну, условно говоря, 3,50 средний, да, а будет, допустим, 5 гривен, потому что управляющая компания большой штат людей, им нужно всем зарплаты платить. И так далее, и так далее. Посчитаю. Знаете, я с вами абсолютно согласен, но вопрос. То есть другой. Людям это нужно объяснять, да. Очень доступно, постоянно разжевывать, потому что очень многие люди действительно не понимают очень многих нюансов. Давай гостя послушаем. Да. Вы правильно, все говорите, но вы понимаете, на сегодняшний день еще надо поменять стереотипы взглядов наших людей именно на реформу ЖКХ. Если мы говорим о тарифах и вообще о состоянии домов, это очень волнует всех жителей. Поэтому наши люди еще, на мой взгляд, не готовы, их мы не подготовили. Вот я на своем округе пытался убеждать всех жителей каждого дома о том, чтобы перейти на ОСМД. Но поймите, люди, пенсионеры, еще с тех времен они никак не могут понять, их надо убедить, им надо предложить, рассказать нормально, чтобы они поняли. Они за один день это не поймут, может, за полгода не поймут. Какие преимущества будут в ОСМД, в управляющей компании? Хотите, я вам подскажу. Вот сразу же, вот сейчас подскажу, как депутату. Поменять стереотип, понимаете? Вот. А я вам подскажу. Вот вам, как депутату, скорее всего, тоже подобное советовали. Достаточно, допустим, нанять автобус. Просто даже микроавтобус большой. Посадить туда самых рьяных противников ОСМД. Да? Вот, договориться с даже не с успешным каким-то ОСМД, вновь созданным, а с ОСМД, которая была создана на основе кооперативного дома, тех кооперативов ЖСК. Понимаете, да? То есть, когда там изначально еще с советских времен люди сами были хозяевами своего дома, не относились к ЖЭКу. То есть у них был председатель, у них был бухгалтер, они сами собирали деньги, обслуживали свой дом. И просто вот этих людей, противников, повести в тот дом, поводить их по подъезду, да, на крышу, даже зайти в какие-то квартиры, спросить у людей, сколько они платят за квартиру, за тепло, потому что у них все закрыто, все красиво, все утеплено и так далее. Вот таким образом, на основе сравнения. Они только так. Иначе, если вы будете рассказывать, или я буду рассказывать, мы все вместе будем рассказывать, всем, ну да, может быть, и тут же забывают. А вот когда они увидят воочию, совсем другое дело. Мне да, тем более надо садоводство, вы как депутаты приняли вместе с мэром эту программу, самую лояльную, 10 на 90, которую, не знаю, если бы да. Винница была, я помню, когда Винница это была в 2014 году, у них было 40 на 60. И, то есть это самая вообще лояльная программа перехода в ОСМД, то есть фактически созданы все условия. Мало того, вот вчера у меня был радиоэфир с Андреем Ермолаевым, советником городского. Позавчера, да. Позавчера. И, значит, он сказал так аккуратно, сказал такую вещь, что, возможно, вот эта программа 90 на 10, да, будет касаться не только ОСМД. Не только ОСМД. Возможно, ее будут вводить потихоньку для жилых домов, которые относятся и к коммунальной собственности. Что ж, давайте так оставим. Давайте все-таки вернемся к тарифам вот по домовым. Вы сказали о том, что было бы здорово разобраться вообще в этой структуре, да, и, собственно говоря, понять, что к чему. Как вы видите такой путь? Вот, то есть, ну, вот ваше мнение или вашей группы, или вот мнение, ну, партийное мнение, как вы считаете, какой путь должен быть? Я думаю, что должны комплексно разобраться, комиссионно определить, как я и говорил, несколько типовых домов, вот, взять те же девятиэтажки, пятиэтажки, двухэтажки, определиться вот, в тарифах. Определиться, потому что не может быть одинаковых тарифов для каждого дома, потому что состояние домов и придомовой территории совершенно разное, и территория, и состояние, будем говорить так, коммунальных сетей,
Поэтому это надо индивидуально для каждого дома решать. Поэтому и принято решение о том, чтобы разобраться в этих вопросах. Нельзя принимать однотипное решение или однотипные тарифы, допустим, повышение в два раза для всех. Ну, а хорошо, а вот смотрите, как вы считаете, вот, ну, давайте предположим, что есть вот две девятиэтажки типовые, да, в одной там вроде все нормально, другой там, ну, похуже гораздо. Кто должен больше платить? Ну, я бы, вот смотрите, если проводить такое изучение домов, допустим, предложил бы управлению ЖКХ, допустим, при определении состояния домов, они должны определить, в первую очередь, кому необходимо сделать определенные виды работ. То бишь, если есть два дома, допустим, на округе там, или на улице, они должны понимать, вот в этом году, кого профинансировать 90 на 10. Понимаете? Какой дом, может быть, подождет, он уже, допустим, в нормальном состоянии, там подъезды нормальные, есть козырьки, которые не текут. Вот. А в соседнем доме все, допустим, девятиэтажный дом, там пятиподъездный, все козырьки текут. Нет пандусов, нет поручней, нет схода для детских колясок женщины с детьми, понимаете? Угу. Вот эти вопросы должны быть обследованы. И прежде всего городские власти должны на это направить средства. В первую очередь на такие дома. То есть вы сейчас говорите о том, что надо все-таки систему критериев какую-то вывести более прозрачную, да, и согласно ее оценить состояние домов, да? Тогда и люди будут понимать, они сразу, если люди не перешли еще в СМД, дом не стал, то они сразу поймут, как только выделят им средства на улучшение, они поймут, что это нужно, что это хорошо. И вы говорили о том, что вот есть дом там, которые уже давно в нормальном состоянии. Да, это в каждом районе есть такие дома. Люди это видят. Но понимаете, еще стереотипы действительно не так. Стереотипы не должны, он нас сильно бьет. То есть вот это вот нет этого, вот я хозяин сам своего жилища. Не привыкли, да. А вот люди, которые вот изначально купили свои квартиры и объединялись, они, у них, конечно, стереотип, да, такой немножко другой. Ну хорошо. Вы вот ваша депутатская фракция в горсовете, напомню нашим зрителям. У нас в гостях представитель блока Петра Порошенко, фракция блока Петра Порошенко в городском совете. Вот, ну, вы принципиально сейчас не готовы их, скажем, ну, подымать или голосовать за это, да, и, то есть утверждать каким-то образом. Скажите, мы обсуждали не так давно о том, что у нас очень много политики стало в жизненных решениях. Скажите, как вы считаете, сколько в этом вот вопросе политического аспекта, сколько действительно, ну, реально необходимого? Вот ваше слово мнение, да, экономики. Ну, если говорить об экономике и применять это к нашему городу, мы все прекрасно знаем о том, что у нас, в принципе, действующих предприятий, которые платят налоги, в большей степени крупные предприятия, порядка 24 предприятий. Если взять в соотношении, допустим, населения города и работающего населения, которые получают зарплату, это составит, ну, 10% от этого. И почему, если человек, допустим, работающий на таких предприятиях, получает в среднем до 5000 гривен, ну, в среднем 5000 гривен, возьмем так, да, как пример вам приведу, у него, допустим, есть жена, которая находится по уходу за ребенком, то и коммунальные услуги практически больше половины он оплачивает. Плюс к этому увеличение придомовых тарифов, понимаете? Опять же, взять вторую сторону наших пенсионеров. Понятно, они оформляют субсидии, вот, но в соотношении дохода и расхода совершенно разные. Люди остаются, ну, на минимуме. Как пример я могу привести вот свой личный пример. Потому что я родителей забрал с села, как бы двухкомнатная квартира, все. А вчера я увидел, значит, платежку на двухкомнатная квартира на сумму там 650 гривен.
То бишь, получается, долго за отопление. Ну, вот, смотрите, это еще немного. Вот смотрите, это немного. В среднем, проанализировав, да, двухкомнатная квартира, это там от 600 до 1200 гривен. Да. Трехкомнатная, в среднем от 1200 до 1500 и выше. 1800. 1800. Вот возьмите, я приводил пример и работающего, гривен, вот они как-то так и работающего человека, молодого там, или пожилого, который работает на предприятии действующем, который имеет нормальную среднюю заработную плату, и пенсионера, который вынужден оформлять субсидии для того, чтобы прожить. Что у них остается? Им же надо еще в больницу сходить и купить какие-то лекарства, это раз. Вот, это ж мы все болеем, понимаете? Вот. Что делать работающему, у которого жена с ребенком сидит дома в декрете? Поэтому я и говорю, что для горожан это очень болезненный вопрос. И он должен быть прозрачным. Если мы вводим тарифы, люди должны понимать, почему мы их вводим и увеличиваем тарифы. Ну, если взять соотношение европейской заработной платы, там 1500 евро, и у нашей заработной платы, которая сейчас 3200, вот, то коммунальные услуги в Европе где-то 300-400 евро от 1500. А у нас от 3200 гривен, получается, это пятая часть, понимаете? Мы должны вообще за коммунальные услуги платить 600 гривен, если сравнивать с Европой. Вот поэтому это болезненный вопрос. Надо проводить реформы, надо повышать тарифы, но это должно идти планомерно, прозрачно для людей, чтобы люди понимали, в чем выгода, какие они получат за это услуги. Вот. Будет так же, как при старых системе ЖКХ, ЖЭКов, когда не могли все краны, что отопление, в которое находится в подвалах домов, они ж не приводились в порядок, все текло, подвалы затоплены, по крайней мере у меня на округе. Стояки не работают. Если такие же услуги будут и в управляющих компаниях, и у СМД, конечно, люди пока не верят. Давайте добавим еще, что структуру тарифа на обслуживание дома, там входит, если я не ошибаюсь, по-моему, 7 услуг. 8 услуг, а было 27 раньше. Вот. Так вот, в одну из услуг, да, то есть сидит зарплата. А какая зарплата? Вот. И как, кто будет контролировать за той зарплатой, которая будет установлена, допустим, управляющей компанией и ОСМД именно? Я имею в виду вот на сегодняшний день до поднятия, да? Вот да. На сегодняшний, в сегодняшнем тарифе какая зарплата сидит? Она там 600 с чем-то гривен сидит. 600 с чем-то гривен. Да. Уже у нас 1200 там с чем-то было еще в ноябре или в октябре прошлого года. А у нас с 2009 года эта зарплата сидит. Это имеется в виду минимально. В любом случае это будет расти. Вот, знаете, мне хотелось маленькую ремарочку сделать. Вот вы говорите, сравнивая нас с Европой, вы понимаете, что в Европе работают не так, как у нас. Вот я не хочу сказать там вот, по производственникам, где есть, ну, где, грубо говоря, ты понимаешь, вот запчасть, вот ты ее там сделал, или там деталь ты ее выточил, да, там как-то практику проходил на заводе. И вот тебя, вот сколько ты сделал, вот ты как приняла, все, ты, ну, ты молодец, да. Во всем остальном, к сожалению, достаточно ленивая сейчас нация. По сравнению с той же Германией, по сравнению с той же Италией, Испанией. При этом почему-то там мы работаем хорошо, а у себя дома не можем. Знаете, вот какая-то такая вот аномалия. Знаете, наверное, не совсем так. Я считаю, что наши люди вполне трудоспособны все. И есть примеры к этому. Вопрос в другом, создали ли мы для них, как городские власти, как депутатские курсы, условия для поднятия экономики в городе Николаеве. Если бы у нас заработали в полной мере крупные предприятия, например, создать условия, на сегодняшний день что? У нас их очень мало, работающих предприятий. Ну вот как, хорошо, вот вы как депутат горсовета. Это порты, зерновые терминалы, там Сандора там, и другие предприятия. Понимаете? Ну, это те, которые работают. Хорошо, вот вы, вот смотрите, вот вы говорите, вы сказали, что вот мы, как депутаты, городская власть не создали. Вот как вы считаете, вот за вашу каденцию депутатства, я имею в виду вот вашего депутатского корпуса, что можно было сделать для того, чтобы запустить какое-то большое предприятие? И вот, ну, есть ли такие планы? Может быть, просто мы не знаем об этом?
Ну, я думаю, что вот у нас сейчас новые заместители мэра, да, в том числе один из заместителей, который отвечает за экономический блок. Я считаю, что должна быть разработана городская программа по развитию экономики, где бы не только депутаты, а и горожане видели, что планируется. Что планируется, как планируется, и что мы прежде всего, какие мы льготы будем предоставлять инвесторам, нашим бизнесменам для развития вот, экономики в городе. На сегодняшний день этот вопрос еще висит в воздухе. Да? Ну что ж, у нас, к сожалению, время нашей программы так незаметно подошло к концу, и, собственно, еще хотелось о многом поговорить. Спасибо большое, что были с нами, мы очень надеемся, что наш депутатский корпус городского совета все-таки сделает вместе с городским головой какой-то прорыв и поспособствует запуску больших предприятий для создания большого количества рабочих мест, а главное хорошо оплачиваемых рабочих мест, потому что места у нас хватает, а вот оплаты не очень. И поэтому я хочу всем нашим зрителям сказать большое спасибо, что были с нами в этот пятничный вечер. С вами была программа «В деталях», Андрей Острев и Игорь Пох. И мы встретимся с вами через неделю. Как всегда, в деталях мы разбираемся о том, что нас волнует и что происходит у нас в городе и в области. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.